Всем привет! Вы на канале Покатушки, меня зовут Мик, и сегодня мы играем в Mortal Kombat на леща. И со мной мои друзья. Привет! Мы начинаем наши бои в Mortal Kombat. И для того, чтобы определиться, кто с кем играет, мы сделаем жребий. Правила таковы. Играют двое игроков. Победитель боя в Mortal Kombat будет отвешивать леща проигравшему. Нет, ты подписчиков. Эй, пидор, который написал мне «Лысая залупа», я тебя знаю. Не так, не так. Спасибо, подрочил. 140 лайков. Когда меня побрили, да, там чувак написал «Лысая залупа». Да, я видел. Мы начинаем нашу жеребьевку, и я на правах ведущего, я тоже сегодня буду игроком, и, скорее всего, тоже получу леща. Вытягиваю имена из шляпы. Но это не шляпа. Ромас! Мик! Опа! Леща! Отдыхаем! Ой, я скопил. О, жирная кожа на лицо будет. О, о, мне тоже. А мне кажется, я знаю. А мне кажется, я симпатичный. Чего-то лицо. О! Блин, я же махнул. Блин. Да хорош. А, я мясник, а ты красотка. А, точнее, я красотка. Мое кожаное лицо круче, чем твое кожаное лицо. О, да ладно. Нет. Красотка. Хорошая яблочка. Че делать? О, надо было просто уйти. Расслабиться надо было просто. Не-не-не-не! Смотри, как ты умрёшь! Кровяка! Ничего, давай леща. Я прошел. А ты с какой стороны будешь бить? Не знаю еще. Неожиданно бить. Мне что, смотри на голову? Тихо-тихо, подожди. Стой. Ой, ожидание. Правый, потому что ожидание хуже самого действия. Отличная игра. Шутой игра. Очень хорошие друзья. Короче, мне на самом деле кажется, что... Что-то я не понял. Я здесь лишний, да? Когда Мик отхватит от всех леща, это вот это, да. Вот это и сюжет. Давайте тогда меня хотя бы вычтем. Итак, господа, я уже отхватил леща, и поэтому сейчас, ну, кто-то еще по-любому отхватит леща, потому что, ну, мы сделаем выборочку. Межган! Не самая легкая рука. Я вам не завидую, мы пошли отсюда все. Давай, короче, и первые два раунда я на тебя тренируюсь, а дальше зачет. Рандом. Иди, Денчик леща отхватил. О, смотри, я уже кого-то убил. Я вон тебя уже убил. Да ты устал, я тебя сейчас надергаю. Как минимум две руки у тебя не рабочие. Этим... Ой, слышь, а где, что, бабка здесь? Это какая-то странная. А это ж тренируешься, да. О! А что-то Миша не проигрывает. Нормально вообще. Слышь, виртуальную бабу кинул, да? Ай-яй-яй-яй! Блок правый нет. О, рентген. Межган. Рейс. Ну вообще-то это... Ой! Что это было? Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Давай-давай-давай, мешай! Вот! Лошара, блядь! Одновременно. Ай, просрал. Я не просрал, я экспериментировал.
А ты что делаешь? Треугольник. Все, сука. Хотела честного боя. О, вот это. О, видал, Лещинский. Не успел отскочить. Это что, это Mortal Kombat? Блять, опять не успел. Ну давай, Дэн, сейчас Леща. Леща, отхватишь. Давай. Все. Понял, фаталити оставлю. Оп. Ой, четыре леща. Ты явно играл до этого. Очень веселая игра. Я порвал бумагу. Чем? Влетел камень. Говорят, когда падаешь откуда-то, надо расслабиться, и так меньше костей сломаешь. Ты что, поехали? Да, снимаем. О! Вниз ушло. Слабый лещ, слабый. Ну что, сейчас слабый. Тебе по коренным так. Синхронизировали. Господа, мы продолжаем наш бой в Mortal Kombat. И уже двое участников получили ща, в том числе и я в первую очередь. И сейчас мы выбираем новых игроков. Пацаны, волнуйтесь. Межган. Не двигайся, тебя не заметят. Миг. Ты тоже, блядь, победитель? Я тебя отомщу. Так, снова играем. Я играю, Миша играет. Мы почти тёшки. Все, выбираем? Рандомом, да? Колбасим. То есть вот так. Это я? Слышь, короче, вот эти две, да, это там. Я тебе не скажу, ты играешь против меня. Зачем я тебе подсказывать? Ну, кто-то портал открыл. О, а ты как такое сделал? Ну, у него есть такая штука. О! На, по шарам, ёпты! Бля. Он просрал своих. Нет? Нет. Слушай, это вот это типа тема? Невероятно. Чё, я победил? Нет, еще. Вот, теперь мой экстракт. Ну, я понял. О, нормально так ты её. Сиськи отсёк. Аккуратно. Вот ты уже решил, что не от всех вещей получить. Я вообще-то Кано. А, да? Бля. Гаси его! Ой. Ой, у тебя что-то выпало. Что, размотает, не? А где головная боль? А вот головная боль подоспела. Ёпти. Стрёмная вещь, слышишь? Слышу, у тебя ветер в голове. Лещ за мной, я победил. Леща летит. Можешь сюда сесть, мне так удобнее будет. По очереди. Бей висок, чтобы он не встал. Леща летит. У вас ус отклеился. Где? Вот здесь. Забрал упала. Леща летит. Погнали. У нас новый бой и новые игроки. Пошумите, пошумим, блядь. О, серый. Серый в нас. Серый. Спасибо. Ромас. Опа. Удачи вам, ребята. Ну, удачи, Сереге. Серега. Рандомчиком удачи. Блин, Таня. Ну еще магнит. О, подсвечник сразу. Как галкин говоришь. Серга, лети, давай. Не, Серега за телочек неплохо играет. О, это юбочки. О, да ладно, их срочно не сделал. Ой. Кепки, болт железный. Слушай, это... там сразу треть жизни ушло. Чё нижний? Да ты ебись, да, от меня. Р2. Р2, Д2, блин. Где отсюда? Смотри, смотри. Хуя! Рентген есть у Танюки. Вот она, бля! Мочи, Серёг, две нижних. Бота есть, это жмак. А, что блокировал? Бота скопилось, две кнопки слева. Кто свит? Миг появился с дроном. Давай! Ты лоханулся, ты просрал леща, короче. В смысле, я сейчас буду бить. Да, все тебе бьют, ёпты. Просрал фаталити, получаешь леща легко. Давай, уже. Смешались. Уже готов. Рука уже горит. Готов? Карамаз, зажимай R1. Что там, право-лево, вверх, вниз, влево, прям. Какой
фаталити такой вообще? Не, давай себе хреновый, я рыбак. Ты сделал. Давай заново. Давай вот так. Так, ладно. Да. Говорят, у вас в поле чудес все продажи. Выбираем новых бойцов для Mortal Kombat. О, давай, Ромас Дэн, погнали. Ну что, выбираем кого-то сами? Свечик, где родом город? Ой, я лысый, что ли? Прям неплохо. Чё-то я чихнул на тебя, по-моему. Ну, я же... Дезуляй. Я не помню, что ты будет еще узнать. О! На! Хо-хо! Играл в этот портал? Да ты отойди от него! О, бля! Ну, он тебе не помнит. Как эту ледышку пускать, не помню? Ничего себе! Кванчи, хлебни, я кончи! Да я что-то не врубаюсь, как где здесь... Кто-то кому-то хочет дать лещу. О. Пригласил. Ой, гостю. Смотри, где червячок. И все? Я считай, промазал, по челюсти ударил, и все, вот тебе нокаут. Армянские приколы. Да? Да. Роман, давай стрипа нормально. Мне не понравилось. Я хлопаю. Пестень такой нужен, чтобы так кровь сразу пошла. Господа, ну что ж, мы поиграли в Mortal Kombat. Практически все отхватили. Все отхватили лещей? Все. Я не отхватил, я всем нащелкал. Ну, практически все отхватили лещей. Я думал. Если вам понравилось это видео, ставьте ему лайки. Если, например, это видео наберет 1000 лайков, мы снимем еще что-нибудь такое забойное. Оставляйте свои комментарии. Вы были на канале Покатушки. Всем пока. Всем добра. Если понравился ролик, значит ты алкоголик. Потому что я пью в глаза не помню.